بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Уважаемые братья и сестры, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начинал свой дава, свой призыв в Мекке, на тот момент было две великие империи. Римляне, которых был правитель Кайсар. И они были христианами, близки по духу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам, ведь они верили в единого Бога. И с другой стороны были персы, у которых был правитель Кисра. Они были язычниками, и они были близки по отношению к курайшитам, к язычникам, мекканским язычникам. Постоянно между двумя этими империями, постоянно были битвы, были сражения. И вдруг в этой войне побеждают персы. И тогда курайшиты радуются этой победе и начинают упрекать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. И Всевышний Аллах, субхану ва тааля, в поддержку мусульманам не спаслал аяты. Сурат ар-Рум, сура, которая называется Рим, где Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Аузу биллахи минаш шайтани ар-раджим, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим». Алиф лам мим, гулибати ар-Рум. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سبحان الله سبحانه وتعالى сказал ألف لام ميم غلبت الروم. Потерпел поражение Рим, то есть римляне проиграли битву, когда эта битва была с персами. Фи адналь арди ва хум мин баъди галабихим сайглибун. Однако в будущем, через несколько лет, они одержат победу. Да, они потерпели поражение, однако через несколько лет они победят, заново победят персов. Слово «бидъа» в арабском языке «несколько» означает «от 3 до 9 лет». Тогда сподвижники обрадовались. И Абу-Бакр радиаллаху анху, даже до того, как пришел запрет, а ведь ставки пророк Абу-Бакр радиаллаху анху сделал ставку, поставил, что через 6 лет римляне уже победят. На 6 лет поставил. Проходит 6 лет, римляне не побеждают. И опять курайшиты возгордились над мусульманами. И вот якобы Абу-Бакр над Абу-Бакром радиаллаху анху показывает свою победу, ведь ты сказал, что через 6 лет победят, то есть они заново победят после поражения персов, но это не случилось, и опять начали возгоржаться, начали показывать некую свою гордыню над мусульманами. Проходит один год, то есть получается в итоге 7 лет сражения, римляне одерживают победу над персами. И тогда многие курайшиты приходят в ислам. То есть Всевышний Аллах сказал, что в течение нескольких лет, в течение от 3 до 9, именно произошла победа. Случилось сражение через 7 лет, и римляне одержали победу. И это стало неким таким призывом, даватом, это событие между римлянами и персами. То, что многие язычники стали принимать, альхамдулля, ислам, заходить в религию Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Дальше в этих аятах Всевышний Аллах Субхану ва тааля сказал: «Лиллахи л-амру мин каблю ва мин баъду ва яума изи яфраху л-муминуна би насриллах». То есть Всевышнему Аллаху принадлежит все. Ему принадлежит аль-амр. Все принадлежит Аллаху Субхану ва тааля. Все действия до этого и после этого. То есть до битвы, до того, как была битва между римлянами и персами. И после этого тоже принадлежит власть, вся власть Всевышнему Аллаху Субхану ва тааля. И в тот день, когда верующий обрадуется помощью от Аллаха, то есть помощью Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, по отношению римлян. То есть вот эта вот победа, которую они победили через 7 лет после поражения, победили они персов. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, дальше сказал: «Ваъд Аллах, ла юхлифу Аллаху ваъда». Это обещание Аллаха. Аллах никогда, всегда сдерживает свое обещание и никогда не нарушает свое обещание. «Валякинна аксаран наси ла яъламун». Однако многие из людей не знают. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. И многие из людей знают только эту жизнь, но однако вечную жизнь они не понимают. Они относятся к вечной жизни
безответственности. То есть все делают только ради этой жизни. Многие из людей. Поэтому эти аяты нас учат тому, что никогда нельзя отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Да, римляне потерпели поражение, но однако из первого раза они не смогли победить персов. Со второго раза, альхамдулиллях, они победили. То есть человек в этой жизни бывает, когда что-то он делает, начинает какое-то дело, если у него с первого раза не получается, то он оставляет это и не продолжает это дело. Однако верующий человек, он должен всегда надеяться на милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ни в коем случае, если у него с первого раза что-то не получилось, не опускать руки, стараться со второго раза делать попытку, вторую попытку, третью, если он правильно берет асбаб, правильно берет причины, которые Аллах Субхану ва Тааля ему дает, и сердцем полагается на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то обязательно Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст ему выход из его положения. Пусть это не в первый раз что-то у него не получилось сделать. Ни в коем случае он не должен отчаиваться милость Аллаха. Попробовать на второй раз, на третий раз обязательно у него получится. Поэтому всем хотелось бы сделать обращение. Если человек делает, занимается той или иной деятельностью, в которой есть польза, если у него с первого раза не получилось, он не должен опускать руки. Он должен стараться пробовать со второго раза, полагаясь на Всевышнего Аллаха и брать причины. И тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст ему облегчение и даст ему победу, иншаллах, и даст ему баракат, благодать в том, что он делает. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Алейкум биль каст, алейкум биль каст, фа инна Аллаху ля ямаллю хатта тамаллю». У вас должна быть цель, у вас должна быть цель. Поистине, вы не будете надоедать Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, пока вам самим это все не надоест. Вот как только человеку что-то надоело, он опустил руки, тогда Всевышний Аллах, субхану ва тааля, оставит его и не даст ему поддержку. Но однако, если человек будет стараться, пробовать, первый раз не получилось что-то, второй раз не получилось что-то, но однако будет полностью полагаться сердце на Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, и тем самым правильно брать причины, которые Аллах, субхану ва тааля, ему дает в этой жизни, тогда Аллах, субхану ва тааля, поможет этому своему рабу. Ведь Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Би насри илля», то есть Аллах поможет своей помощью тому, кто уверовал в него и полагается на Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Ва салляллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.